Здравствуйте все. В общем, идем сразу с утра пораньше на штурм того места, куда нам надо по сюжету. Ну, о чем я вчера писала, что мы запланировали. Это первый данж, где понадобится две пати. 80-х желательно, но я была к этому вчера очень плохо готова. И первая вылазка была у нас неудачная. Значит, что мы сейчас будем делать? На Альда я вчера вытряхнулась полностью, потратила все свои цубурагемы. Поэтому Альда у нас теперь вот пятизвездочный, 80 уровня. И вот такой вот. Потому что мне надо как-то, в любом случае, для второй пати освободить Юрке руки. Так, значит, Альда. Мила. Мистрари Ветер и, наверное, Альтена. И в резерв идет к ним Клес. Вот так. И. И Дейдре. Дейдре. А что делать? Сейчас еще вытряхнусь тогда. Раз все равно не хватает народу, я вчера высчитывала, но что-то не очень. Хотя бы так. Дейдре довольно-таки своеобразный свой стиль боя. У нее динамический меч, демонический меч, поэтому у нее, сами видите, ей надо играть осторожно. Хотя бы так. Так. И вместо Мистрари Мистрари поставить нам некого. То есть, ладно, Мистрари остается здесь, но это, конечно, может быть ошибка.
Я читала разные мнения, говорят, что Юри, в принципе, это чуть-чуть получше, чем Мистрари, поэтому... Ладно, попробуем. Так, эту патию отдаем Юрке. Сукиха ему на баф. Софии в резерве. Кого же сюда к ним еще-то поставить, чтобы хоть не тянули бухучет-то вниз? Ренри. Ренри 60-е. Ренри 60-е. Ну ладно, попробуем. То есть хоть что-то делаю, у него получается здесь 60-е в пати. Некрасиво. Ладно. Ничего не поделаешь. Вот так. Вот так. Значит, Юрка в крайнем случае на хилы. Сукиха ему на баф. И Софи я ради того же, ради чего в другой пати клес. Ну все, выдвигаемся. Ага, и к счастью, здесь игра запомнила. Где мы были. В общем, суть. У нас две пати. Между ними можно переключаться. Вот. Такие вот дела. Это лабиринт, который проходится вдвоем с командной работой. В общем, надо искать все, что подозрительно выглядит. Так, ну я здесь уже была, как вы это видите, по сундукам. То есть хотя бы сундуки заново здесь брать нельзя. Отключенные лазеры, я надеюсь, тоже сохранились. Все-таки хоть не зря мы сюда шли в первый заход. Бой. Так. Попробуем вот так.
Ну, в общем, это сейчас будет очень серьезно и долго. И может быть еще и не так сложно, пока у нас есть МП, но как только МП у нас начнет кончаться, я, конечно, готовилась вчера, но вообще, конечно, так играть я уже не люблю. И времени здесь потратим очень много сегодня. Так. Этот уже нажат. Это уже вчера нами был нажат. Свеч. この調子で行こう。
Третий этаж. И вот здесь вот я вчера уже не поняла, потому что действительно ВРО у нас на... стороне этой пати. То есть вот здесь надо запомнить, вот здесь вентиляция. Так, то есть на третьем этаже вот здесь вентиляция. Так. В этой пати Эми обязательно должна быть лидером. Эми у меня 60-я. Поэтому у Юрки... немножечко граста. Но я только начала с этим разбираться. То есть, как бы, если вас сейчас будет удивлять, что Юрка много круче, чем Альда на 80-м своем максимальном уровне, у Юрки граста. Так, вот они мы. Не помню, чтобы мы вчера тут были. Кощи. А, нет, были. Так, тут нажато. Так, тут нажато. Это пока выглядит легко, потому что у нас у всех достаточно МП. Как только выдохнемся, будет уже не так весело. Ну, тут сотрудники частенько не знают, куда идти, что тут мы хотим.